Момент совершения преступления на этих кадрах с камеры видеонаблюдения. Вечер, Комсомольский сквер. На женщину нападает молодой человек и пытается отнять сумку. Пострадавшая падает, но сумку из рук не отпускает. Мужчина убегает, но тут же появляется второй злоумышленник, который доводит задуманное до конца и скрывается. 59-летняя сочинка обратилась в полицию. В сумке находились вещи и деньги на сумму более 15 тысяч рублей. Преступники были быстро задержаны, ими оказались жители Абхазии. В Сочи когда приехали? 15 ночи. С какой целью? Отдыхать. Наркотики употребляете? Нет. Вину признаете? Да. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», совершенный группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, вполне возможно, что задержанные могут быть причастны и к другим подобным преступлениям. Мы просим всех, кто пострадал от данных граждан, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02. Теперь грабителям грозит до 7 лет лишения свободы.